За себя и за Сашку. Так, Алена, заходи. Лёха. Лёха, где Лёха? Потерялся. Нашёлся. Лёха, заходи. Поехала. Трансляция началась. Ну, все, геймпад можно убирать. Тут кинцо сейчас будет. Да? Ну, это, блин, лучше, чем 3 или 4 раза подряд, блядь, играть. Как я в этот раз. Ну все, Лёха, ходи. Только не под себя. Что за хрень творится на корабле? Потому что, если честно, мне кажется, здесь, ну, обитает какое-то зло. В буквальном смысле. Надо успокоиться и постараться... А почему все живы? Ладно? То, что я видела... Ну, молодцы. Почему все живы? Там были трупы. Трупы солдат. Они были вполне себе мертвые, но потом вдруг ожили и... Знаешь, я бы сказал, звучит не тут так как уж не так, у нас все выжили. Я что-то видел. Какую-то... Какую-то... Пиво. Полоумную ровесницу динозавров. Там был еще один Алекс. В каком смысле? Там ходили какие-то чудища с его лицом. С лицом Алекса. Это было ужасно. Может, это твое подсознание говорит, что я тебя криповая типа игра. Я знаю, что видела, Алекс. Криповая, блядь, так, игра. Погодите, окей? Не должна быть криповая. Это корабль не просто жуткий, а какой-то совсем мысль. Жуткий. Не могу. Мне так интересно, мне так сук. Что мы знаем, Вика? Если не хочешь пугаться, то присоединяйся к нам. Ну да. Да, ну, там очень я вам поиграл, дал пизды. А, чего? Это не это. Оно мы не это. Время. Надо действовать прямо сейчас. Он работает. Пора отсюда сматываться. Без крышки трамблера мы далеко не уйдем. Дюк не заведется. А, опять поиск? Погодите. Гигауп. Тут же наверняка есть радиовышка. А. Ну, промолчал, промолчал. Ну, сейчас с игровой сегмент здорово, начнется. Здорово, но ты уверен, что она еще работает? Нужно как-то туда подняться. А мы клавиатуру сегодня отключали? Не, я не ничего вообще сделать не могу, а я могу вот так вот сделать, ебать. Зачем? Посмотреть. У меня не работает нихуя. У меня все работает. Ну продолжай тогда. Продолжай. Значит, ты что-то делаешь? Продолжай. Отлично. Вовремя, блядь. А кто играет? Аня. Аня? Да, какой S? Куда S, блядь? Ты что, ебанулся, что ли? S. Он почему-то решил, что я буду играть с клавомышью. Ну пошел ты нахуй. S. Что тут за настройки, блядь? Управление? Угу. Мышь, клавиатура. Ну, все правильно, да. Андрей последний играл. Есть тут что интересное? Лёха стоит что-то, блядь. Чувствуешь, Лёха? Что, Лёха? Это не каноничный я. Ну да. Каноничный я вот там впереди. Короче говоря, полные задницы. А Лёна, что-то задница какие-то. Как обычно. Впрочем, ничего нового. Yep. Да. Сейчас я пройду 10 метров, и будет ход Алёны. А потом снова, а потом еще раз. О, там что-то есть. А кто там блестит? Блестяшка. Класс. Пригодились бы, если б не дырки. Не любят дырки, так блядь. И запишем. Вы там столько какашек накидали, что, наверное, замазать можно. Ну, а сейчас секунды, да. Нет, но я буду искать. Ладно, ты типа ты хуйня. Оба-на. А что это у нас тут? Пример. Ого. Страшно? Вообще нет. Сильно удивилась. Да. Читай! Это что, читать надо? Читай! Таня! Сюжет! Нет, еще эффекты бывают. Можно посмотреть. Ну, можно какой-то другой, мне кажется, цвет его поменять. Так. Инструкция по использованию противогаза.
Прежде всего, помогай другим найти Ваня маску. Убедите, что у вас маска. У вас маска. Ты не гайд Клинстен. Если вы на земле гасили, если здесь финал газовой тревоги, не паникуйте, сохраняйте спокойствие. Громким голосом подайте сигнал газы. Чтобы предупредить об опасности всех вокруг. Задержите дыхание. Наденьте сумку противогаза, разместив ее под левой рукой. Перекиньте наплечную лямку сумки над правым плечом и пристегните ее к сумке. Застегните поясной ремень сумки на поясе. Логично, уже поясной. Снимите каску, поднимите маску к лицу двумя руками. Сначала натяните маску на подбородок, затем натяните ее на лицо и натяните ремень на голову. Удалите из-под маски газ, который мог попасть под нее. Закройте выпускной клапан и резко выдохните. Затем выдавите из-под маски оставшийся воздух руками. Так, чтобы маска плотно прилегала к лицу, не доставляя при этом неудобств. Проверьте противогазную герметичность, плотно сжав гофрированный шланг и вдохнув. Маска при этом должна сморщиться. Если маска не сморщилась, возможно, она надета неплотно. Поправьте маску так, чтобы она плотно прилегала к лицу, затем снова вдохните, пережав шланг. Повторяйте действие до тех пор, пока маска не начнет морщиться на вас при вдохе, чтобы убедиться в ее герметичности. Ну, я смотрю, этому мужику помогло. Похоже, здесь перевозили опасный груз. Если бы мы в армии надевали противогаз, мы бы пиздили. Еще на первом пункте. Отпустите шланг. Теперь можно дышать в обычном ритме. Наденьте головной убор. При необходимости. Закройте сумку противогаза. Вы можете снять маску только при явном указании и уточнении, что опасность поражения газа миновала. Чуть-чуть отодвиньте маску от лица и понюхайте воздух. Если вы почувствовали газ, отпустите края маски обратно, а затем плотно закройте выпускной клапан. Резко выдохните, выдавите из-под маски оставшийся газ руками. Сняв маску, берите ее в шланг и противогаз в противогазовую сумку. Если сумка больше не требуется, ее можно снять и расстегнув поясной ремень на внешнюю лямку. Противогазы будут выдаваться только в случае утечки газа. Все, дорогой, тем, кто хорошо себя вел. Да. Интересно, Саня не забыл переключить сцену или там, может быть, звук у нас отсутствует? Нет. Нет? Сработает? Саня, все правильно. Да. На этот раз. Вроде бы. В этот раз вообще ничего интересного не будет. Эй, мне нужна помощь. Оно тебе точно надо, блядь? Выглядит безопасно. Тут мы сможем подняться. А нахуя? Подсади-ка. Им же в радиовышку надо. Нихуя, ебать. Ты что делаешь? Бля, как умею. Лёха, а ты что делал в этот момент? Я помогу. Не знаю, там что-то делал. Я однозначно чем-то был занят. Нет, слезь, блядь, куда-то пошел. Не лезь, там блядь. Какой-то был, куда идти. Надо напороться на него. Потому что реально легче посмотреть этого Вейка, чем играть. Я могу. Конечно. Будь мужиком, блядь. Кто-нибудь играл в Hellblade? А, нет. Это даже Sinnoh Sacrifice? Да. Не, а, хотел, я все собирался. Видел ее, она охуенная. Ну, я вот несколько раз видел как бы трейлер, и я пиздец хочу в нее поиграть, и я пиздец хочу. Она охуенная. В этом я не сомневаюсь. Она странная, но охуенная. Блядь, сука, скачаю. Эти ракурсы, блядь. Эти ебланы перебывающие, блядь. Здесь. Да, здесь я бежала за Конрадом. Тебе просто пиздец, как интересно. Мне так не нравится, что его в Resident Evil превратили. Мне прям некомфортно. Resident Evil? В Resident Evil его превратили. Он играется как ремейк четвертого или какой-то. Ну, типа, по-моему, такой же вид, инвентарь, типа, живая стекла. Динамика совсем все. Другая, по-моему. Да. Сейчас скример будет. Не, мне это не нравится. Прям. Let's go. Сюда!
Я что, в резик не смог нормально поиграть, потому что мне такое не нравится. Эти механики вроде прикольные, блядь. Типа сюжет прикольный пока что. Такой ми-ми-ми-ми. Не, нахуй. Почему нет? Хорош, блядь. Просто признайся, тебе стрёмно. Чё ты боишься этой игры? Чё ты там играешь, вот играй. Я не играю, мне управление не дают. Не то, чтобы это управление было каким-то адекватным. Да, оно ублюдское. Ебать, за ручку подергал, такое всё одно. Меня последний раз только Little Nightmares 2 напугало. Всё, больше меня ничего не пугало. Ёбаный госпиталь говна, блять, я его... Он из меня всю душу нахуй вытряс. О, флешбеки. Не, не флешбеки. Это не бэки, это форварды. Видение открыто. Шальмания, хуя. Короче, если какой-то нерк будет стреляться, держайтесь от него подальше. Да. Чё? Не, отрикошетит от него, не знаю. Он на автомате может начать убивать других. Да. На похуй, пускай убивает, как бы, блядь, вообще. Вы нашли радио? Нет, но радио на корабле должно быть. По-другому быть не может. А если оно еще работает? Это радио. Это не похоже на радио, Тань. Это как что? Что-то тут не так. Если идти в Сан-Франциско, то не таким же маршрутом. Как будто пытались отвести всем глаза. Найдет секрет. А не похуй или что они там пытались сделать? Мы вот пытаемся выбраться. Может, сосредоточимся на этом? О, читаем. Читаем. Ой, гол. А нет, нихуя. Корабль снесло с курса, была так. Сильная облачность. Они не знали, где находятся. Вот тут пух. Главное управление ВМС США. 22 июня. 00:00. Я не прочитал слово заметки. Да и хуй. Мы же тебе не поем, ты же читаешь. 00:12. Сообщается о затоплении в груз отсек номер 2. Затопление в груз. В грузовом отсеке номер 2. Да. 00:23. Многочисленные удары молнии. 00:48. Брик на мелководье. Местоположение неизвестно. 01:20. Отсутствует информация о рельефе морского дна. Установить глубину невозможно. 01:32. Начаты поиски члена. Экипажа. Выпавшего за борт. Член за борт выпал. Чувака нищий, мужчина член. 01:40. Это была самая замечательная часть этого чувака. 01:41. Вот на облачность установить местоположение не удалось. О нет, мы потеряли член. О нет, верните. Член. Я забыла, куда я шла. Он улетел, но обещал вернуться. Так вертолетик улетел, да? Да. Смотрите. Прикольно. Не может быть. Оно до сих пор работает. Мэйдэй, мэйдэй. Старые радиостанции мало отличаются от современных, если подключить к сети. Сейчас попробую. А ёбом не токнут? О, работает. Номерная радиостанция. О, они меня всегда пугали. Что-то у них военная такое есть. Частота. Стремное. Попросим помощи. Эй! Эй! Меня кто-нибудь слышит? Алло! Принято. Прием. Охренеть. Есть контакт. Я не думаю, случайно с того света контакт не приняли. Если вы слышите, мы на старом грузовом корабле. Наши примерные координаты 12:30 южной широты, 151:20 западной долготы. Пожалуйста, мы вас ждем. Нужна помощь. Мы на грузовом судне, большом, заброшенном. Алло, алло, вы меня слышите? Ну же, прием! При нем, алло. Ну как дела?
Ну все, пиздец, сломала. Света потухла. Йоу, народ, зацените. Не лезь, блядь, дебил. Да это безопасно. На тебя. Думаю, надо прыгать. Что? Куда-то же этот путь ведет. Да, к смерти. Надо попытаться включить электричество. Да. Нам нужно включить радио. Кто-то из нас должен остаться здесь, возле радио. Скажу честно, от меня там будет маловато толка. Пойду я, разумеется. Разумеется, я же черный. Идти должен я. Ну, младший. Ну что? Думаю, ты заслужил повышение. Будешь средним братом. Я не понял. Ты о чем вообще? Ты отличился. Прям вот грудью на амбразуру. О, это метафорично. А не на фотку пулемета. Уважаю. Серьезно. Я нихуя не понял. Бро. Я нихуя не поняла, о чем они. Что скажешь? Что это было, блядь? Ну, пиздуй. Ну, если ты хочешь, я в тебя верю, бро. А, иди, тебя не жалко. Эй, что? Джулия, нет. Ты не охранник. Я о себе позабочусь. Я пока капитан. Чего-то. О, ну может быть тогда все пойдем, блядь, я не знаю. Вот как бы да. Все вроде хотят. Не, я не хочу идти на игру. Оп, да. Причем оба два. Да, не случайно. Блядь. Мне это не нравится, сразу говорю. А, ебать, да. Это было больно, когда ты падал с небес. Ты там в порядке? Опять мне сейчас подряд будут два раза давать ходы? Я не хочу, блять. Все целые? Я не фанат боя. Заебись. Нормально. Что будем делать? Без понятия, где мы. Мы внизу. Ну вам же так хотелось туда, блядь. Ну, ну да. Без понятия. Это просто fast travel. Вот. На, развлекайся. На. Иди. Пиздуй. Вот зачем зажигалка, если у него фонарик, блядь? Привет. Привет. Привет, фонарь. Это последствия газа, не обращайте внимания. Сюда. Ох, сейчас весело будет. Алёна, у тебя не только биполярка, но еще и шиза какая-то. Так, смотрите, если какие-то блестяшки будут. Сигбэй, нам сюда, да. Больная часть. Больная часть, ну-ка, давай сюда. Опа. У нас больную часть. Арты. О! Ага, так. Нет, нет, надо держать, я поняла. Неудобно. Оно все неудобно, что пиздец. Окей, так. Доклад офицера медицинской службы. Встреча ученого Икс с Уолтера Бишопа и Тома Палмера. Сержант Питер Вуд наблюдает и Д. За встречу с нашей командой говорит, что мы можем научиться друг у друга. Того же, западный мир должен быть защищен от Соединенных Штатов. Соединенным Штатам известно, что определенное агентство изучает ведение химической и биологической войны. Наши действия ограничены Женевским протоколом, и хотя эксперименты мы не можем. Описывает исследования, проходившие во время, в них испытывалось действие на людей галлюциногенов с кристаллической структурой под кодовым названием «Маньчжурское золото». Химические боеприпасы, данные удалены в бою. Очень быстро стало засекречено, даже относительно кратковременное, данные удалены, вызывает сильные галлюцинации, засекречено, людей данные удалены, очень убедительно засекречено, подопытные видят и слышат то, чего нет на самом деле, даже данные удалены, засекречено было сразу, много опасных факторов, данные удалены, сильнейший ужас, засекречено. SCP-САСАК! Просто, блядь, зачитала, как рэпчик. Там еще одна картинка. Да, есть такая. О, да, моя любимая, let's go! Похоже, какие-то разборки. Долбоеб. Рядовой Чарльз Андерсон, находясь в увольнении, пребывал в нетрезвом, сука, состоянии, своим поведением, блять, порочил звание американского, сука, военнослужащего. Рядовой Андерсон, мать его, ввязался в пьяную ссору с другим военнослужащим, растудыть его туды. По мнению офицера, производившего арест, ссора могла перерасти в публичную оргию.
драку. И потому мы были приняты меры по возвращению военнослужащих на корабль. 10 дней в карцере. Мы дали им пиво. Угу. Этим основательно крышу снесла. У них нет совести, нет чести, нет пива. Пива. Опа. А у меня пиво есть. А? Молодец! Да-да, я видела. Читать. Давай-давай. Не сопротивляйся. Ой, блядь, Гауптвахта, 27-я неделя. Понедельник. Артур Миллер, рядовой. Мелкая кража. Сутки карцера. В шкафчике Миллера были найдены вещи старшего офицера. Вещи возвращены владельцу. Среда. Дэвид Дэвис. Это не оригинально. Рядовой. Нарушение режима доступа. 2 суток карцера. Обнаружен в грузовом отсеке 3А. Без права находиться там. Неповиновение приказам. Пятница. Рядовой первого класса Луис Брент. Пребывание в нетрезвом состоянии в общественном месте. Сутки карцера. Обнаружен в нетрезвом состоянии. Увольнение на берег. Своим поведением поручил звание американского военнослужащего. Роберт Рид. Пребывание в нетрезвом состоянии в общественном месте. Сутки карцера. Слушай, в общественном месте. Сутки карцера. Обнаружен в нетрезвом состоянии. Увольнение на берег. Своим поведением поручил звание американского военнослужащего. Кого тут понабрали, блядь? Суббота. Чарльз Сандерсон. Рядовой. В лазарете лежал парень по имени Джо. Что сказал? Суббота. Чарльз Сандерсон. Рядовой. Пребывание в нетрезвом состоянии в общественном месте. Драка. 10 суток карцера. Обнаружен в нетрезвом состоянии. Увольнение на берег. Своим поведением порочил звание американского военнослужащего. Джозеф Робертс. Рядовое. Пребывание в нетрезвом состоянии в общественном месте. Драка. 10 суток карцера. Обнаружен в нетрезвом состоянии. Увольнение на берег. Своим поведением порочил звание американского военнослужащего. Перед отбытием наказания отправлен в корабельный лазарет для оказания медпомощи. Сейчас играю. Давай. Я пока скримеры полавлю. Скримеры, чувствуют. Да. Ловите наркомана. Ну, как твоя учеба? Ну, а почему ты спрашиваешь об учебе? Образования у меня нет. Это видно. Ты вроде и так умная. Хо-хо. Я сама к себе подкатываю, да? Да. Кайф. Одна образованная половина, вторая нет. О, да, мочек прошу. Уже на правду. Да-да, сейчас такое начнется. Чё, может, разделимся? Газы! Опа! Трупишек. Малышек. Мальчик. Стрёмный малышек. Что ты тут делаешь? Наверное, сын кого-то из экипажа. Ты возвращайся скорее. Ну, себя такое видел, я бы не вернулся. Сейчас кримерочки будут? Ух, сколько тут точек активных. Ох, блядь, давай, скоро. О, да! О! Да, моя любимая. Уф, ёб твою мать. Имя пациента Джон Паттерсон. Звание рядовое. Место рождения Роулет, Техас. Дата рождения 24 февраля 22 года. Место поступления на службу. Назначение. Да, Гарланд, Техас. Дата 2 марта 41 года. Общий срок службы в армии 3 года 5 месяцев. История болезни. Диагноз. Умеренный невроз. Утрата трудоспособности. Не является результатом поступка. Проступка. Наступила при исполнении служебных обязанностей. Имело ли место до поступления на службу? Нет. Состояние в данный момент годен к военной службе. Вероятная продолжительность временная. Рекомендация: пациент должен находиться под пристальным наблюдением врача и явиться на прием через неделю. Факты таковы. Сегодня в лазарет пришел на прием рядовой Паттерсон. На осмотре я заметил признаки сильного стресса и паники. Причем они уже наблюдались у этого солдата в карауле на этой неделе. Я попросил Паттерсона прийти сегодня ко мне, так как полагаю, что его паника сопровождается яркими тревожными воспоминаниями. Ранее ему удавалось нести службу, так как после караульной вахты симптомы угасали. Он заявляет, что эти симптомы для него крайне нетипичны. Бум! Рядовой Паттерсон, физически здоровый молодой человек, 25 лет, без известных медицинских показаний, с хорошим послужным списком. Во время приема он смог успокоиться, тесты на речь, реакцию память и принятие решений пройдены нормально. Рядовой Паттерсон отметил, что другие дни симптомы не проявляются. На сон и аппетит они не влияли. Ёб твою мать, испугалась сейчас. У нас там снег за окном падает, блядь. Страшный пиздец. Погружение полное. Диагноз. Сильные панические расстройства, подозрение на боевую психическую травму. Окей. Психическую. Психическая травма. Психическая. Это его член искали, наверное. Психическая травма. Психическая. Писюнковая. Омага. Окей.
Чё? Может, там скример был, досмотрел. Может, под ним какая-нибудь записка? Я хочу читать. Да, можно почитать? Под ним записка, если только. Записка. Вытащила записку. Так. Все, уходим отсюда. А он как будто бы и не против. Да ему уже все равно, по-моему. Так, моя подружка сюда пошла, я пойду сюда, на камеру. Блядь! Что? Она там стоит, я ее не видела, она ж чёрная. Она меня так напугала! Пиздец! Вот она встылась, сука такая. Да, я частенько сама себя пугаю. Ух, скримерочки пошли. Не скримеровые какие-то, правда. Я там ничего не пропустила. Вот тут, вот, дай пройти, блядь, дай пройти, ты сука. Да нихуя там. Ну, видимо... Она что-то прячет от меня, я тебе говорю. Так. Жопа она прячет. Это она правильно. Это спрыгнуть можно? Это больше нам некуда идти. Видимо, почему. Давай, спрыгивай так же, как иди, вот сюда посмотри. Вот спрыгнули, давай. Смотри, там внизу. И пинка ей дает. Машинное отделение. Там просто обязан быть генератор. И генератор. Да. Пошли туда. Че он тебе обязан? Он тебе что, подчиняется, блядь? Ты кто вообще такой? Да. Лестница обрывается. Ну прыгай тогда вниз. А ты сверху этого не видел, я могу. Эй. Ай, бля. В порядке? Да. В норме. Спускайся. Так это... Копчик в это, в череп ушел. А, да, нормально. По-моему, это не очень безопасно так приземляться. Чичирики держались. С фонарем. Господи, что? Смотри, там это... Я не видела чудо, я на всякий случай скрикнула. Так значит, у меня глюки, а у тебя нет. Ну, в общем, я думаю так. Значит, корабль вез маньчжурское золото. Это было какое-то галлюциногенное... Биооружие из Китая времен Второй мировой. И реагенты были нестабильны. И растеклись. Так может, они еще здесь? Не выдохлись за 70 лет? Да. И все еще воздействуют на нас? Паранойя, галлюцинации. Того, что мы видели, на самом деле нет. У команды были галлюцинации. Мы знаем, что они боялись. Что-то странное происходило. А офицеры... Решили, что нервные парни хотят откосить от дежурства. Это не корабль-призрак, а биооружие. А это не может быть как-то связано с тем затонувшим самолетом. Но, может, и был контакт. Может, они наладили связь. По тем временам, конечно, клёво выглядело. Вот это да. Кривовато, но клёво. Ладно, так, идем. А, идем, чё, блядь. Сама с собой играю. Погнали нахуй. Ура, народ, погнали нахуй. Я видела спокойно. Ван Линден, Engine Works. Водостроительный завод Ван Линдена в Роттердам. Нидерланды, дизельный двигатель, номер 1734. 14 год, тип L87CSE. Запомнили? Записали? Да. Узнали? Согласны? Да. Я показал, что это стоит. А это просто какая-то... Мне уже мерещится всякое. Тут кто-то газ чувствует. Что было нужно этим? Да-да-да. Рыбакам? Так, подожди. Я кругом сейчас хожу, да? Я кругом пошла, да? Ну. О, там газует кто-то. А вдруг записка? Ну да-да. Нет, нихуя. Ладно. Еще кружочек навернем. Почему нет? Блядь, заебись. Как они могли? Нам, наверное, сюда. А что здесь? О, там что-то. Штучка. Эй, я нашел! Блять! Нет, эй, стой! Блядь. Подожди, вернись! Он работает! Нет, никакого прогресса, нет! В чем проблема? Он поверил. Же полудохлый. Дерни рубильник и пошли наверх. Там. Ёбнет? Почему? Ёбнет. Почему? Все, пойдем наверх. Вот. Где-то же можно подняться. Им кажется, что оно работает. Я другого объяснения не вижу, блядь. Массовые галлюцинации. Электричество вырубилось, но мы починили. Как слышно? Прием. Опишите ситуацию, прием. Нужна помощь. Срочно.
Какие-то существа на корабле пытаются нас убить. Вот это зря сказал. Да. А, то есть вы услышали корзину? Что к тебе? Работай! Ты постучи посильнее, это работает. Да, еще раз. Это я, да. Так, окей, хорошо. Здесь мы уже были. А, проход был. Подожди. Туда иди, наверное. Сюда, да. Я же блюди все. Сейчас накуришься. А может, мне нравится. Пассивное курение. Опа. Посмотри. Ребризер. Наверное, рыбаки принесли его с дюка. Ты думаешь, еще работает? Надевай его. Там осталось немного смеси. На пару смеси? Сюда, миксы, соли. Конечно, пол корабля затоплено. Он может нам понадобиться. Ну, в принципе, чтобы не дышать газом, можно этой хуйней дышать. Там 2 минуты всего есть. Хотя бы 2 минуты. Что ты с ним разговариваешь? Посмотри, блядь, на него. Он тебе ответит. Он нанюхался. Наелся и спит. Ага. Ну и все, пусть бежит. О. Сюда. Заебомба. Что ты с ним собрался делать? Ты не выдумывай. Саня, господи, блядь. Да. Ты не мог бы свои потаенные желания при себе держать? Да, его штырит, ебаный раз. Ты сам на себя это навлекся. Тебя никто за вот это вот не тянул. Ой, блядь! Первый раз эту штуку делаю. Ой! Могла бы потянуть. Если я потяну, я оторвусь. Ну? Как будто бы там не надо закрываться с этим газом, блять. Да тут везде я газ. Помню. Так, я торопиться должна или что? Или я могу почитать еще что-нибудь? Время читать! Давай, окей, хорошо. Тут психопат ходит неадекватный. Давай, почитаем. Ух, внутренний циркуляр, совершенно секретно. Капралу Стивену Хардингу, база ВВС, ВС США. Капрал Хардинг, прибывшая ранее партия гробов, является грузом особого назначения, требует максимального внимания. Я хочу читать, игра! Я хочу читать! Ты не взяла. Посмотреть. Ну, не осмотреть, не осмотреть. Утроблёра вы не взяли. Да. Вы ещё записку не дочитали? Приёбан. Зелёный пять. Сучки мелкие. Хотите захапать всё золото? Тут же, наверное, целая куча. На всех хватит. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Так? Какое золото? Пытайтесь меня облапошить. Ну, как бы мы уже все получили немножечко золота, если так подумать. Все ебало. Но капитан здесь я. Я здесь главный. Капитан. Поэтому я здесь решаю, кому... Я клетером команду. Там, где клетер, там, мать вашу, это лицо. Он приближается. Он, конечно же, тебя не слышал. Двигаться рискованно? Или он предлагает двигаться рискованно? Я не знаю, что он... Удобного случая. Ага. Американцы пробивали себе дорогу в чужие края. И остались... А ты любишь поболтать, слушай? Скажи мне больше. А можно его ёбнуть и дочитать ту записку? Это очень важно. Моя! Вот этой вот большой кувалдой!
рисунок. О, я чуть раньше времени нажала. Боже мой. Так, игра не лагай. Вот сейчас не надо лагать. Это же опасно. Так, уходи, а я записку дочитаю, пожалуйста. Уходи. Можно я дочитаю? Это женский туалет, но... Блядь. Закрывай! Закрывай! Вас двое, он один! Ёбните его! Думаешь, выдержит? Крепкая? Не знаю. Может быть, наверное... Да? Да? Не смейся. Попали. А вот теперь никто из вас не изменится. Я видела, как ты умрешь. Повернитесь. Тихо. Медленно. Ты умрешь. Вот так. Вот так. Ладно. Да, я буду помогать. Не меняйся. Не смейся. Руки вверх. Тихо. Ну где же ручки? Нет, нет. Нет, не так! А как, блядь? Никаких перемен, все! Опусти пушку, и никто не пострадает. Вы что думаете, я хотел убивать? У меня просто не было выбора. Да. Он внутри нас, я прав? Я же прав! О, внутри тебя был. Расскажи мне, где я трогал тебя, ага. Расскажи мне. Вот опять! Опять все переменилось! Что? Что изменилось? Назад! Какой? Не лезьте. Почему их продолжают штырить, а вот этих вот твоих нет? Не выходили на улицу. Не вдыхайте туман! Видимо, им нужно было просто подышать и все? Да. Почему нельзя вдыхать? Как он действует? Он... зло. Нашел кого спрашивать. Он оживляет то, что не должно быть живым. Уже внутри. Уже внутри нас все. Тебе нужно успокоиться. Стоп! Стоп! Туман в комнату без нас? Убери свой пистолет! Что за разговор? Тебе? Чего ты меня приказываешь? Да, как ты приказываешь вообще? Только что. Я чувствую. Что, спровоцировать его, чтобы он с себя выстрелил? Ну... Пусть, да. Ладно, хорошо. Да, там и правда что-то такое было. Какая-то дымка или туман. Я знал. Говорил. Я знаю, в ком туман. В твоем капитане. Нет, мы задержали. Нет, мы задержали дыхание, нет, честно. Мы не вдыхали, мы задержали дыхание, ясно? Мы вдохнули и задержали дыхание, больше не дышали, честно. Да ладно. Мы сейчас не дышим. Да, ты, да. Типа, крутый дайвер. Ну, думаете, я куплюсь? Мамой клянусь. Мы здесь уже много часов. Вы, типа, все это время не дышали? Ну. И сейчас не дышите? Прямо сейчас не дышим. Мы на улицу не ходили. Ай, погоди. Мы там подышали, а потом зашли и снова не дышали. У нас есть ребризер. С моей лодки. Что? Да, мы им пользовались, чтобы не дышать туманом. Понимаешь? А? Ай, можем с тобой поделиться? Нет, не смей! А ну убери от меня эту штуку! Ну, если хочешь дышать туманом дальше, пожалуйста. Он во мне! Кошмар, я вдохнул туман! Да, в тебе! Стреляй, пятачок! Он во мне, да? Да! Я чувствую, как он там вихрится! Надо с этим что-то делать. Меняет меня! Да. Внутри! Давай. Не надо! Блять, я боюсь, что он в меня выстрелит, если я начну схватывать его ствол. Нет, я его не вижу. С тобой все в порядке, никакого тумана нет. Нет. Хватит врать. Так, не целься, убери. Ты в голову вообще себе не целься. Вы просто врете. Туман внутри. О, блять. Врет меня заживо. Внутри, это не там. Ой, давай. Стреляй, похуй. Серьезно, похуй, давай. Эй, чувак, давай просто. Давай просто. Ну, все, ну, замечательно, заебись.
О, господи. Залутали ствол, завалили этого долбоеба одноглазого, все, профит, все довольны. Ну да, да, как бы. К тому же я просто, ну, сделала то, что должно было случиться. Мы все это видели? Нет. Убью. Такого не было. Что? Нет, ну такого не было, это ты виноват. Не-не, не было, не ты, было. Ты ладно. Его убил. Хорошо, да-да. Опять я мразь. Ну что поделать, что поделать. Опять? Не, опять основа. А, о, слава богу. О, это я. У меня аж геймпад нахуй вырубился. Это я. Пока на чили на слабоне. Я. Пойду Держи в курсе. Наушник только сними, пожалуйста. Зачем? Я спущусь на уровень ниже, поищу еще оборудование. Алекс, пожалуйста, не уходи. Я быстро. Подожди возле радио. Я тоже буду здесь. Да-да, мы поняли. Львиное сердце. Если пиво найдешь, неси. Этот менее грациозно приземлился, конечно. Если пиво найдешь, неси. Если закусь найдешь, то уж хорошо. Это твой шанс, Таня. Забери у него ребризер. Блять, какой ребризер? Как он назывался? Как он назывался? Трамбрау. Точно. Джулия, иди сюда. Охуенно. Джулия, иди, что покажу. Я видел этого их босса. Крышка у него. Нам надо за ним. Ой, там кто-то стоит. Вау. А, да. Это был кто-то в плаще, это рассказчик, наверное. Угу. Понял, понял. Как насчет пиццы? Босс, я бы не отказалась. Помог бы я на этом. Ну, духовку закинуть. Ой, блядь. Ай, кто еще хочет пиццу? Я все хочу хотят пиццу. Но у вас ее нет, а у нас она есть. Наверное, у меня есть пастила, все. Блять, как будто бы тоже неплохо. Ого, это что? Какая разница? Нам нужна крышка тамблера. Но не пицца. Вот, он точно пошел туда. Туда он и только пизданулся. Угу. Ну никак не пошел. Product placement был, что за это? Нет, там фоксировка на его кроссовках. Вот, блин. Там, возможно, какая-то лимитированная модель. Лимитированная модель ноунейма. Ага. А, бля. Джулия, иди проверь, вон он. Тебя точно не тронет. Сможем перебраться? Нахуя? Ну да. Чё, ебанутый? Да. Чё, ебанутый, что ты там делаешь, блин? Давайте мне сейчас куту я его зафакаплю. Бе! Обалдеть. Ладно, не зафакаплю. Какая ты молодец. Ой, тут воняет. Я так понимаю, тут умереть там можно было. Я разоряюсь, бедолага. Молот Тора потерял. Больше не достоин. Сейчас сердечко не вырежет. Я. Тоже рот открыл. Я не допрыгну, Алекс. Поищу другой путь. Захотел повышение. Да-да. Это такой корабль, где всем повышение надо. Угу. Заберите. Повышение, либо карцер. Либо пиво. Пиво мы так и не нашли. Так что хуйня, а не игра. Ты установились 10, блядь. Нет пива. Рефанд. Да, да, да. Ай, бля. Страшно. Очень страшно. Кукусики. Кусики. Чё?
Что ты пропустил, Саня? Вообще такое пропустил? Ой, ну... Нихуя не произошло. Но ваши перемещения будут ограничены, что осложнит поиски Джонс. Ваша основная задача очевидна, но дополнительной задачей на месте является обнаружение Джонса с группой и возвращение их домой. Будьте бдительны и принимайте все меры для обеспечения личной безопасности. Родина полагается на вас. Генерал Генри Л. Резнер, армия США. Совершенно секретно. Капитану Гарольду Фишеру. СТ пять раз. Уолтеру Бишопу. СТ четвертый раз. Тому Палмеру. Гарольд Том Уолтер. По данным разведки, сержант Джонс и 5 бойцов из его взвода пропали во время разведоперации в районе водоочистной станции. Нам не удается восстановить контакт с группой. Ситуация критическая. Неизвестно, попали ли они в плен и вообще живы ли. Последняя известная позиция вблизи станции. Далее связь была потеряна. Станция хорошо охраняется, вас буду ждать, разумеется. Ну вот, Тане дали прочитать записку, а мне не дали. Обида. Ну, перед тем, как дать прочитать записку, ей еще и пизды дали, как бы. Хвалды чуть-чуть. Чёрт! Уя не быстро. Да, не растерялись. Спидранеры прям. Жесть. Они просто, ну, падаль не едят, поэтому... Оу, хеллоу. Ты смотри. Вот бывает же везение. Да, это у него это бзики, наверное. Кинохотом. Палка ее об него, господи. Может, ты не. А, да, вот так просто. Какая милота! Вот за что? Просто вот ни за что. Фу, бля. Да ты смотри, просто не сдается. Это одна и та же, короче. До свидания. Всего хорошего. За спидранили эту жизнь. А куда там так далеко тот лифт идет? Так, это точно лифт. Это глюки пошли, да. Ты, главное, траблер не оставляй. Да, это безусловно. Ай, еблан, блядь. Блядь, ну ты... А там глазки. Нихуй, есть. Хеллоу. Хеллоу, мадам, как? А что, давить? А не надо, подожди, не надо, кто ты, кто ты? Поговори, поговори с ним, поговори с ним. Что? Ты кто? Их двое. Как ты? Окей. А, может, не надо убивать? Выглядит дружелюбно. Ну, вполне. Френдли. А, бля. Тупо чужой. Нихуя, мужик! Не надо ничего делать, я думаю. Она просто хочет обниматься. Он просто играется. Все нормально. Он просто подойдет сзади. А минусы будут? Успокойся! Ну вот. О, господи. Господи. То есть ты только что чуть меня не захуякала, да? Ну, есть. Да. Намного проще играть в эту игру, когда знаешь, куда плёхать. Я просто забыла, куда жать, чтобы хуярить. Вот оно. Как неудобно-то получилось. Ну как получилось? Так это мы что, все выжили, что ли, прям? Не только из ума, но и вообще? Рассвет идет и смерть. Все, хэппи-энд. Хэппи-энд получается, прикинь, все выжили. Я грустный, без пива сижу. Нихуя себе. Все, блядь. Получается, да, прошли. Все, Леха, ты походил сегодня. Нет, да, блядь. Нахуй гимпан доставал вообще. Ты же знался. Я же сказал, что там понты остались. Не, не думал, что настолько. Это, может быть, если бы кто-то где-то куда-то зафакапил, может быть, немножечко подольше. Бум, взрыв, все умерли. Нет? Ага.
хода. О, да. Оу, е. Как-то грустно, блядь. Скучно, да. Чё-то все выжили. Давайте всех убивать, мать. Второе прохождение. Убивать. Козёл, захвативший яхту. Думал, там золото. Искали медь, а нашли золото. Вот и все. Маньчжурское золото. Оно оказалось совсем не таким, как мы представляли. Чё это как-то... Я кручу это в голове все время. И не могу понять никак. Просто... И помню, что видел. Просто... Как поверить в то, что я там видел-то? Не верить? Я видела Алекса. Но это был не Алекс, а... кто-то другой. Но он выглядел как Алекс. Он смеялся надо мной. Надо было резать тебя, Лёха, блядь. Это не я. Я хожу грустно без пива. Вон пиво и так уже достало. Вот пиво, пиво. Вот это хэппи-энд. Хэппи-энд. Давай. Да. Я нашел пиво. Заебись. А пиво нашло. Все, игра года, блядь. Да. 10 из 10, блядь. Да, Кодзима все-таки гений. Ну, что-то как-то тупо. Ну, то, что тупо, это факт. Ну да, да. Все, геймпад забираем назад. Достал геймпад, чтобы сделать один выбор, блядь. И то не смог сделать, потому что не работал. Дед, ну скажи что-нибудь. Поздравляю! Все ваши подопечные еще дышат. Достижение. Ну. Можно сказать. В смысле, блядь? Так скажи. Ситуация накалилась, но Алекс сумел сдержаться. Молодец, Алекс, и вы молодцом. Да, Алекс молодец. Все дело в решениях, не так ли? В решениях, принятых в спешке, в панике, принятых не разумом, но сердцем. Или наоборот. Решениях, последствия которых могут проявиться не сразу. Но они, безусловно, проявятся. Всегда есть последствия. Вот это у него орех. Простите, я должна была это сказать. Что я просто как житель Орехова Зуева, настоящий ценитель орехов. Понятно, орехи от Алены прячем. Ну, значит, мы встретимся. Я как истинная белка. Не-не, я не его так давно больше играть не хочу. Да ебись, блядь. С орехом. Возьми свой орех, ну, спиздуй отсюда. Пропустить! А, геймпад отрубился. О, у меня долго, я почти скачался. Кто? Hellblade. О! Опа! Господи, что это такое? Спин-офф про этого китайца, давайте. Требую. Курс изменен. Кого? А что, это мне сейчас надо будет играть, что ли? За китайца? А, да, точно, там же спасатели приехали. Точно! Они сейчас тоже нанюхаются. Какие-то странные спасатели без стволов. Ну, у них есть как бы стволы? Но... Где? Ну, это они точно есть. А, ты про обрезы-то? Не с того, не ну, с я не знаю, если они иудеи, то, наверное. Прямо настоящий корабль-призрак, а? Как будто бы два толпоёбка. Можно то. Не уходите. Там груз 200 загнил. С галлюцинациями. А это что? А это голос Деда Винчестера. Белок, спи. Он только одно делает, он делает другое, на. Добро пожаловать в мой мир. Надо было типа, блядь, удали фон, он просто удаляет нахуй видео. Просто удаляет. Что за хрень? Нихуя себе. А, бля. Еб.
Ебать, у первого минус ебальник сразу же. Массакр. А, точно, человек хурьма. Да-да, тизер еще одной игры, которую вас ждали, да. О, да. Маленькая надежда. Я молодой, я бабе сколько, лет 60? Маленькая надежда на то, чтобы сделать нормальную игру. Нет. Аня Ищейка, Алена Коуч. Алена Размастер. Виталий Книжный Червь. Это потому, что Алёхе не дали пиво. Он был просто в той кондиции. Я думаю, если бы у него было пиво, он бы тут все горы свернул. И не только голода. На финале. Чё, ещё раз, блядь? Ищейка. Злое прохождение? Убить всех? Выйти отсюда нахуй и не возвращаться. Рефанд. Рефанд.